Всем приветики! Сегодня покажу вам огромное количество новинок, которые к нам пришли. Мы находимся в городе Челябинск, магазин Fix Price, Чичерина 37. Шикарная летняя новиночка, кружка с трубочкой. Объем кружки 480 мл, стоимость 77 рублей. Трубочка с ограничителем, поэтому не выпадет. Плюс необычное стекло. В магазине вы найдете три расцветки: синий, розовый и мятный. С трубочками в цвет. Вместительные кружки стоимостью 55 рублей. Есть вариант с зайчиком и розовая внутри. Объем 330 мл и это фарфор. Второй вариант с мишкой и голубая внутри. Третий вариант тоже с котиком, но уже сиреневая. Удобно держать в руках, приятные надписи. В отделе с организацией появилась новая корзиночка. Есть две ручки и стоимость 77 рублей. Размер 25 на 17 на 17, корзинка довольно гибкая. На выбор три расцветки: розовая, серая и голубая. Набор кухонных полотенец. В комплекте две штуки, вот такой интересный орнамент. Два полотенца одного размера, 40 на 70. Сделаны в городе Иваново, по составу 100% хлопок. Появились наборы простых карандашей в новой форме. В наборе 12 карандашей мягкостью Б, стоимость 77 рублей. Карандаши треугольной формы и разных расцветок. Привезли светильники садовые на солнечных батареях. Довольно длинная ножка, красиво сделана, будто пузырьки воздуха. Светильник переливается разными цветами, стоимость 99 рублей 35 сантиметров. В прошлом видео уже показывала эту коллекцию, но кажется, появилась новинка. Это фоторамка стоимостью 149 рублей. Рамочка сама небольшого размера, а фотография в нее поместится еще меньше. Рисунок пчелки и цветочки и две формы, квадратная и шестиугольник. Сейчас посмотрим, есть ли у нас шестиугольник с цветочками. Да, есть. В день рождения ни один праздничный стол не обойдется без свечек. И в Fix Price есть отличный выбор. Пока что в наличии есть все цифры, цена 25,50. Книжка «Малыши» с заданиями и 36 наклейками. Ваш ребенок сможет параллельно обучаться и развлекаться. В магазине есть несколько вариантов. В центре находится разворот с наклейками. Наклейки небольшие, круглой формы. Книжка имеет яркие картинки по 77. Я, честно говоря, в шоке, что у нас еще остались книги из этой серии стоимостью 149. Они очень классные, советую. Плюс всегда есть книги от Елены Ульевой, тоже с яркими картинками. Новинка бьюти-отдела, что бывает редко, 55 рублей стоимость. Это компактная щетка для стоп с пемзой. Производство Китай. На полочках есть в двух цветах, розовом и синим. Довольно вместительные сумки привезли. По центру сумки проходит лента. На ощупь она как будто сделана из непромокаемой ткани. Есть замочек, стоимость 199. Внутри имеется немного шуршащий подклад, нет никаких карманов. Fix Price я нашла в сером цвете, цвета винограда, а также цвет морской волны. А еще практически классический вариант черный с красной полосой. И еще одна крутая новинка. Это косметички. Да, в комплекте две штуки, стоимость 199. Та, что побольше, прозрачная, а та, что поменьше, нет. Косметички сделаны из плотного материала, две расцветки. Среди кошельков тоже появились новиночки, причем очень хорошие. Например, такой кошелек стоит 149 рублей. Внутри есть много отделений для карт, также есть большой отдел и даже несколько, и отдел на замке, и еще есть в черном цвете. За 55 рублей можно приобрести мочалки, натуральные. Такая мочалка обеспечивает мягкий пилинг, единственная расцветка, состав лен, полипропилен, поролон. Переходим в отдел с одеждой, здесь тоже есть новиночки, например, такие шорты с подворотами, стоимость 199 рублей. У шорт есть веревочка, состав 97% полиэстер, 3 эластан, шорты на средней ширины резинки, все расцветки в полосочку, есть розовые, черно-белый, красный с белым
И мне очень понравился цвет бургундия. В наш отдел наконец-то поступили купальники. Если я не ошибаюсь, в том году уже точно такие же были. Бюджетная цена купальника стоимостью 199. Сейчас попробую достать все расцветки и вам показать. В нашем магазине в наличии оказалось 5 расцветок. Мне лично больше понравился голубой. В комплекте идет отдельно лиф, отдельно трусики. Причем трусики очень открытые. И они на резинке. Лиф имеет треугольные чашечки. При этом чашечки вынимаются. Состав 50 полиэстер, 45 полиамид, 5 эластан. В целом неплохой бюджетный вариант. Эти шортики тоже недавно вам показывала. Их стоимость 199 рублей. По составу 95% хлопка. Шортики скорее напоминают домашние. Привезли новые расцветки. Теперь огромный выбор в черно-белом цвете. Но есть варианты чуть-чуть поярче, с красной надписью и с розовыми разводами. Трусы женские на размер 50-52, стоимость 99 рублей. По составу 95% хлопка, 5 эластан. Есть толщенная ластовица классической формы. Трусы женские с кружевом по краям и бантиком. Цвета в ассортименте. Состав 95 хлопок, 5 эластан. Новинка, привезли леггинсы. Сначала я подумала, что они на широкой резинке, но по факту резинки здесь нет. Просто широкий пояс, стоимость 199. Состав 93 полиэстер, 7 эластан. Швы вроде бы прошиты ровно. На ощупь ткань приятная, но это не похоже на спортивные леггинсы. Снизу тоже все обработано. Я бы скорее назвала их домашними. И кроме серого оттенка есть еще кислотно-зеленый, кислотно-розовый, а также желтый, классический черный и еще кислотно-оранжевый. Милейшие детские шортики стоимостью 99. Шортики на кулиске, по составу это у нас 100% хлопок. Шорты не свободные, но к низу немного расширяются. При этом красивый рисунок и хорошо прошито. Обалденная футболка для девочки, жалко, что таких нету для взрослых. Качественно напечатан принт. Состав 100% хлопок. Стоимость 99 рублей. На ощупь ткань не совсем мягкая. А также есть подвороты на рукавах. Снизу футболка тоже прошита. Посмотрите, какой яркий рисунок. И таких расцветок очень много. Есть с котиками. Отличный вариант на лето. Можно купить футболку, шортики. Очень много вариантов. Приходите, выбирайте. И да, нашла точно такие же шортики. Очень классно, если вы соберете комплект. Кстати, у шортиков есть карманы. Вообще обалденная новинка. Кепка мужская с отстрочкой в цвет. Кепки однотонные, стоимостью 149 рублей. Конечно же, ее можно регулировать. Кстати, девушкам тоже подойдет. На наших полочках я вижу голубую, серую, коричневую и классически черную. Ого, девчонки, смотрите, что привезли носочки. Да не простые, а блестящие. По составу полиамид, хлопок, полиэстер, металлизированное волокно и эластан. Носочки высокие, пяточная часть у них не блестящая, и носочек тоже. По цене, конечно, сказать не могу, здесь, как обычно, ничего не понятно. Зато смотрите, сколько расцветок. Лиловый цвет, черный, белый, серый. Еще вижу голубой, кофейный. Могу предположить, что рублей 77 или 55. Сегодня ваши продукты тоже могут храниться в отличных контейнерах стоимостью 149 рублей. Удобный бокс состоит из двух контейнеров. Один на 1 литр, второй на 2. Соединяются клапанами и есть ручка. Между собой боксы отличаются рисунком. На выбор фрукты и овощи. Такой набор контейнеров всегда есть в продаже в магазине Fix Price. Но эта расцветка просто потрясающая. Согласитесь, очень нежные цвета. Здесь 4 контейнера с крышкой. Стоимость такого набора 99 рублей. Скатерть, которая подойдет для пикника. По составу это полиэтилен. Размер 110 на 140 сантиметров. Скатерть однотонная. Стоимость 27,50. Я вижу 3 расцветки. Желтый, синий, зеленый. Офигенная серия кухонных приборов. Кисточка кулинарная, стоимость 51 рубль. Сама кисть из силикона, а ручка полистирол, 22 сантиметра.
Из этой же серии есть лопаточка. По расцветке только белые, с цветными вкраплениями. Длина 25 сантиметров. Цена 51. Еще один крутой товар из этой серии. Это набор из 6 штук формочек для выпечки. Стоимость 55 рублей. Подходит для духовки, микроволновой печи и заморозки. Производство Китай. Классный товар – это складной дуршлаг. Хорошо, что он не займет много места. Диаметром 20 сантиметров, стоимость 77 рублей. Состав полипропилен, термопластичная резина. А так дуршлаг выглядит в раскрытом виде. И эти прорезиненные вставки не очень плотные. Еще один вид. Этот дуршлаг уже с ручкой. Также складной, есть отверстие, чтобы подвесить. По стоимости 77 рублей, состав 1:1. Обе формы есть в трех расцветках, мятный, фиолетовый, красный. Небольшая подставка под горячее, размером 16 на 16 сантиметров, стоимость 77 рублей. Стильно выглядит, состав бамбук. Не подумайте, что я вам этот контейнер уже показывала, но они, конечно же, похожи. Этот стоит 199 рублей. Два контейнера, один на 2, другой на 3 литра. Лично в нашем магазине есть два дизайна. А вообще, если снять крышку, то можно составлять сколько угодно их высоту. От фирмы Kitchen 149 рублей, сушилка с поддоном. Огромного размера, 35 сантиметров диаметр. Есть ручки, и, конечно же, такую хранить не очень удобно. В магазине нашла расцветку кофейную и салатовую. А нет, расцветки на самом деле три, есть еще коричневая. По составу полипропилен. Снова в наличии формочки для канапе. Стоимость одной формочки 13,70. 5 расцветок в магазине. И я нашла в форме сердечко. Есть классический треугольник, квадрат. В прошлый раз их разобрали очень быстро, поэтому советую поторопиться. Узнаете белую коллекцию? Есть еще большая силиконовая форма стоимостью 149 рублей. Форма довольно мягкая, но при этом у нее есть ручки. 28,5 сантиметра в диаметре, а еще она высокая. Мне понравилось. Вот это я понимаю, сушилка для посуды. Она точно лучше по качеству, чем предыдущая, стоимость 199 рублей. Отдельно отсек подложки, вилки, ножи. Две расцветки, салатовый, серый. А еще очень хорошо, что они складные и не займут так много места. Размер сушилки 38 на 29,5 сантиметров. Хорошие отзывы слышала на эти мельницы по 99 рублей. Три расцветки: красный, желтый и голубой. Объем не написан, но довольно большая. А также с помощью этого колесика можно регулировать степень помола. А посуды в фикс-прайс все больше и больше. И, честно говоря, если бы я не потрогала, то со стороны подумала бы, что это стеклянная посуда, но нет, это пластик. Диаметр 26 сантиметров. Стоимость 51 рубль, в наличии в зеленом, прозрачном, синем и фиолетовом цвете. В комплект к ним есть еще и маленькие салатники. Объем салатника 700 миллилитров, стоимость 51 рубль. Посмотрите, как аккуратно сделано. По составу полистирол, выдерживает до плюс 70 градусов, красиво переливается. Термос стоимостью 199 рублей в двух расцветках, классический черным и блестящий золотой вариант с розовой крышкой. Объем 420 мл. Термос легко открывается и закрывается. Обещает сохранность тепла в течение 10-12 часов. Мыть можно только вручную. Нашла еще одно блюдо из этой коллекции. Стоимость 77 рублей. Большой объем на 2,4 литра. Красивые цвета. Мне больше понравился прозрачный. А какой вам? Бульонница с ручками. Объем 540 миллилитров. По составу фаянс. Подобные уже были. Удобные бульонницы красивого цвета с вкраплениями. Стоимость 77 рублей. Очень нежные расцветки. Розовый, бирюзовый, синий. И вдалеке стоял еще один цвет, кофейный. Подставка кухонная, универсальная, 3 в одном. Можно ставить различные столовые приборы, наподобие венчика, также крышку или доску.
Стоимость 50 рублей, в магазине 3 расцветки на выбор. А большая все-таки коллекция из полистирола. Среднего размера стаканчики на 350 мл. Опять же, много граней, так завораживает. Я бы сказала, не самая бюджетная стоимость, 51 рубль, те же расцветки. Рюмка высокая от производителя Luminarc. Стопка называется Монако, объем ее 50 мл, стоимость 17 рублей. Еще одна стопка, но уже низенькая. Объем также 50 мл, стоимость 13,70. Привезли новый вкус джема Рико. На этот раз красная и черная смородина. Стоимость такого десерта 55 рублей. Восковые полоски для депиляции для чувствительной кожи. Стоимость 77 рублей. В упаковке 20 полосок с экстрактом ромашки и витамина Е. Производитель Флорисан. Это Россия, город Москва. Перчатки хозяйственные, состав ПВХ, здесь 20 штук, 99 рублей, размер L. Наконец и до нас доехала новая мицеллярная вода в большой упаковке. Здесь целых 630 мл и стоимость 77 рублей, очень бюджетно. Интересно, какого она качества, если кто-то из вас уже пробовал, то отпишитесь в комментариях. Производится мицеллярная вода в России с экстрактом огурца. Новый крем для рук, бархатные ручки, нежность Тиаре. Обещает нежное увлажнение на трех уровнях, стоимость 55. Еще один крем для рук, вторая кожа, зеленая аптека. Подходит для экстремально сухой кожи и стоимость 55. Когда-то в Fix Price уже привозили щетки для массажа, а теперь привезли вот такую, она очень похожа, но у нее нет длинной ручки. А также прорезиненных щетинок. Стоимость 199 рублей. Прошлый вариант я себе купила, мне понравился. Скорее всего, этот такой же. А на этом мой обзор подходит к концу. Сегодня у нас получился очень большой выпуск, насыщенный. Вот так бывает в магазине Fix Price, то густо, то пусто. Я благодарю вас за просмотр, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал. Пока-пока!